Всем привет! Сегодня готовим один из моих самых любимых домашних десертов. Для этого нам понадобится ряженка, сахарозаменитель или мед по вкусу, ванилин, агар-агар или желатин и какао. Поехали! Для начала берем буквально 2 грамма агар-агара. Соединяем с водой грамм 50. Достаточно будет. Хорошенько все перемешиваем и ставим на огонь. Далее начинаем соединять ингредиенты: ряженка, немного ванилина. Когда агар-агар закипел и немного остыл, мы его добавляем к остальным ингредиентам. И опять взбиваем. Когда все тщательно перебили блендером, разливаем по креманкам. И убираем в холодильник до полного застывания.